Сегодня я расскажу о том, какое место занимает это произведение в истории философии. Значит, к моменту написания этого произведения можно сказать, что наиболее господствующей точкой зрения философии был объективный идеализм. И наиболее развернутым произведением, которое в котором изложен этот объективный идеализм в наиболее систематизированном виде, то есть представленным как научная система, является произведение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля «Наука логики». «Наука логики» была издана таким образом. Две книги – это «Объективная логика», и третья книга – «Субъективная логика». Соответственно, также издано это произведение и тогда, когда у нас в 30-х годах выпускали сочинение Гегеля в Советском Союзе. Пятый том – это «Объективная логика», «Учение о бытии» и «Учение о сущности». И шестой том – «Учение о понятии», «Субъективная логика». Интересно, что когда переиздавали у нас вот в наше уже время, более позднее, в 70-х годах, то вроде бы как это и удобно было для того, чтобы таскать с собой и изучать, носить полегче. Значит, отдельно издали «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение по понятию», то есть три книжечки вышли. И это вот то, что у Гегеля совершенно явно просматривалось, что объективная логика предшествует субъективной логике, это как бы так немножко растаяло в ходе вот такого издания или в процессе такого издания. Но сейчас все эти три книги изданы в одном томе, они в таком виде издавались в издательстве «Мысль», такая красная, красная книга. И в нашем издательстве «Наука», Ленинградское отделение, в 2005 году, и сейчас продается у нас в нашем университетском магазине, это стоит около 500 рублей, все три книги в одном томе. Издательство «Наука», Ленинградское отделение. Вот Гегель реализовал свой замысел представить логику как научную систему, а как мы говорили на предыдущем занятии, наука есть система знаний, где есть начало как неразвитый результат и результат как развернутое начало. И каждая философская система, которая предшествовала Гегелю, она нашла место в этой системе в виде соответствующей категории. Там, скажем, если что-то разрабатывал Лейбниц, то лейбницская монада, она нашла свое отражение здесь. Если это касалось понимания философии материи как такой, в которой выразил себя некий божественный дух, то это тоже пантеизм, так называемый. Когда теизм, он же выражался как материя, сама материя и Бог, или Бог есть материя. Так было в философии Спинозы. И Гегель вообще провозгласил такой принцип, в чем должна состоять критика. Критика должна состоять, это для нас очень важно, потому что мы будем заниматься с вами анализом классических текстов, и анализ не должен состоять просто в отбрасывании. Что вот я, если мне не нравится то, что вы сказали, отбросил и все, больше с этим я не имею дела. Нет, к
Критика, говорил Гегель, состоит не в отбрасывании, а в включении в более высокую систему. То есть она отрицательная, может быть, только с позиции более высокого. Если вы просто отрицаете эту систему, то вы сами становитесь на уровне этой же самой системы, и получается две системы, из которых одна объявляется истинной, а вторая объявляется неистинной. Но поскольку они на равных, я с вами не согласен, как говорят. И что? И вы со мной не согласны. И получилось у нас, вот что мы, так сказать, имеем некий спор, у которых просто есть два мнения. Так два мнения, а вовсе не одно знание. Но Гегель прогласил в самом начале своей науки логики мысль такую, что мы должны не низводить знание до мнения, а возвышать мнение до знания. То есть, если я вот заявлю, что у меня не такое мнение, как у вас, вот вы что-нибудь такое скажете, Владислав Вячеславович, я скажу, а мое мнение другое. Что это значит? А ничего это не значит. Потому что у меня, может, мнение, что до Луны 50 километров. А у вас мнение, что 70, а на самом деле там 300 тысяч. Мнение вообще в науке ничего не значит. И поэтому, а особое мнение? Особое мнение тем более не значит. То есть как раз в чем состоит движение научное и философское? В том, чтобы возвыситься над мнением и прийти к знанию. Пока я имею только мнение, значит, тут еще нет знания, нет еще никакой науки. А когда я уже имею знание, то я уже не нуждаюсь во мнении, потому что у меня уже вместо мнения уже убеждение. Правильно? То есть это... Что такое убеждение? Это бывшее мнение, которое уже теперь основано на знании. Что значит я имею мнение? Я не мнение имею, что 2×2=4. Я знаю, что 2×2=4. Но мнение, что 2×2=7, может по-прежнему существовать. Верно? И вот сейчас мы как раз переживаем такое время, когда очень много высказывается разных мнений, и когда научное знание подменяется мнениями. Но это неудивительно, у нас даже конференции колдунов проходят. Если вам, так сказать, что-то не помогло, вас вылечит, там колдун Валера, звоните, дозванивайтесь. Если другие никто не помог. Потому что если никто не помог, то на него не будете вы, когда он у вас деньги заберет в обиде, потому что ведь никто же не помог. Ну, он пытался, но не получилось. Ну, что делать? Ни у кого же не получилось, поэтому он попал в ряд тех, кто и дальше из людей вытягивал деньги. Так вот, эта система гегелевская, она, которая построена была как система диалектики, является частью философской системы Гегеля. Замысел его был грандиозный. Он всю философию решил построить как единую систему, философия природы, философия истории, философия духа и это же включало в себя и диалектику, науку логики, как элемент этой всей философии. Это наиболее последовательное, наиболее строгое учение объективного идеализма. Что значит учение объективного идеализма? Есть идея. Первичным началом ее является идея. Идея, в основе всего лежит идея. Идея развивается сама внутри себя, противопоставляя себя себе, поскольку ничего больше нет. Развивается через свои внутренние противоречия до материи. Затем идет так, как у материалистов. Материя тоже развивается. И развивается она до человека. То есть до такой материи, которая обладает сознанием. И этот человек познает материю. А поскольку материя – это только воплощение идеи, то тем самым идея в лице этого человека познает сама себя. И тогда идея приходит к самой себе. Вот очень стройная и последовательная конструкция.
И вот, казалось бы, наконец-то в философии воцарилась научная система, и все стало на свои места, и этот вечный спор, который был со времен Демокрита и, соответственно, Аристотеля или Платона между материалистами и идеалистами, вроде бы решился в пользу объективного идеализма. И тут выступил Фейербах со своей работой «Сущность христианства», в которой убедительно показал, что все идеи являются отражением на самом деле материи в головах, а религии являются некими фантазиями, которые отражают земную жизнь, но это же земная жизнь, и ее земные проблемы переносятся на небо, так сказать, в облака. И вот эта работа Фейербаха как бы грянула, как гром среди ясного неба, и опять встал вопрос о том, так кто же больше прав там, материалисты или идеалисты? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это все связано с решением одного вопроса, который называется «Основной вопрос философии». Что является основным вопросом философии? Что первично, что вторично? Или идея первична, а материя вторична, или материя первична, а идея вторична. Ну вот если эти конструкции, эти системы последовательными являются, не отступают, не нарушаются внутренней никакой логики, то строго логически опровергнуть какую-то из этих систем нельзя. Вот если вы стоите на той точке зрения, что все есть воплощение некой абсолютной идеи, то это вот просто опровергнуть какими-то логическими доказательствами невозможно. Что вы будете не доказывать, я скажу, ну вот даже если вы будете обращать внимание на стол, за которым вы сидите, на стул, на котором вы, или скамейку, на которой вы сидите, я скажу, ну что, вы не видите, что это стол, вот он, материальный объект? А вы скажете, а вы что, не видите, что это воплощение, это абсолютная идея в виде стола? Это идея стола, воплощенная как стол. А это вот скамейка воплощенная, идея скамейки воплощенная как скамейку. И сам я, так сказать, как идея человека, воплощенная как конкретный человек. И я как бы не подступал с любой точки зрения. Вы все будете говорить, это вот я, воплощенная идея. Поэтому вы спорите с идеей, но в моем образе. Есть еще одна концепция, которая большую роль сыграла в истории философии, как такая концепция, которую не опровергнешь логически. Это субъективный идеализм или солипсизм. Наиболее стройное изложение этой концепции, наиболее стройное ее выражение имеется у епископа Беркли. И вот эта позиция получила название солипсизм. В чем она состоит? Что есть только я. И кроме меня ничего нет. Поскольку все то, что ко мне приходит в мозг, проходит через мои органы чувств, ничего дальше органов чувств, ничего и нет. Есть просто мои органы чувств, и все, что я наблюдаю, это просто комплекс моих ощущений. Ведь нет же ничего такого, что попало к вам в голову, минуя органы чувств. Все прошло через эти самые органы. Поэтому субъективный идеализм – это концепция как бы единственного человека, а все остальное – это только его ощущения. Весь мир – это только мои ощущения. Как вы это будете опровергать? Вот вам кажется, что вы здесь сидите у меня сейчас на занятиях? Это вам только кажется. А представьте себе, что я вот сейчас сплю и во сне, и у меня тут сидят двое студентов. И вижу я, что они пишут и внимательно слушают. Как вы опровергнете такую концепцию? Вы начнете опровергать, вас же нет. Как вы будете опровергать? Вы у меня во сне. Вы себе представляете, а потом я проснусь, и вас нет. А могу и не просыпаться. И в этот вечный сон
Вы проникнуть не можете, потому что все, кто с этим спорит, они тоже мои ощущения. Если я считаю, что все, кто со мной спорит, все, кто аргументирует, все приводит какие-то доводы, это только мои ощущения. Вас нет, Александра Сергеевна. Это просто мои ощущения. Вот я просто так вот у меня в голове, вот явился ваш светлый образ. А потом и ваш образ явился, поскольку вы боролись с собой очень долго. И к началу второго часа пришли, поэтому можно сказать, что вы как-то даже заслуживаете большего уважения, потому что у вас такая была внутренняя борьба. А вот Александра Сергеевна просто взяла и пришла. А вы боролись и победили, понимаете? А есть люди, которые еще не победили, они еще, у них продолжается внутренняя борьба. С одной стороны, они понимают, что надо прийти, а с другой стороны, они еще вот какие-то есть такие очень важные обстоятельства, которые гораздо важнее, чем учеба в каком-нибудь там Санкт-Петербургском государственном университете. Ну, поскольку это экзотическая такая точка зрения субъективного идеализма, то, с одной стороны, ее нужно знать, она потому что какую-то роль сыграла в истории философии. Кажется, что это ни в чем вообще не выражается, что это просто какая-то выдумка. На самом деле, я хочу вам привести пример из сегодняшней жизни, а мы ведь с вами, если мы стоим на позиции культурологии, мы стоим на той позиции, что культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот если я знаю, что такое солипсист, то я могу некоторые нынешние реформы или некоторые нынешние преобразования оценить как такие вполне субъективные, которые стоят скорее на позициях субъективного идеализма, чем на позициях там, материализма или даже объективного идеализма. Например, до 2013 года оценка условий труда работников в России, прежде всего рабочих, но не только рабочих, производилась объективным методом. Например, как оцениваются условия труда? Тяжесть труда. Скажем, если вы поднимаете там определенные грузы, то вот можно посчитать, какую нагрузку испытывает ваш организм. Чисто объективным методом. То есть замерить и исследовать, к чему это приведет, к каким изменениям. Например, у докеров Санкт-Петербургского морского порта в коллективном договоре записано, что при ручном труде, при ручной погрузке, они должны за смену перегружать не более 24 тонн. Как показывает опыт их, объективный опыт их жизни, показывает, что люди, которые работали вот с такой интенсивностью и перегружали не более 24 тонн, а еще и более перегружали, это приводит к тому, что у них стертые диски, позвоночники, и это приводит к гарантии к заболеванию. То есть, чтобы изменения были обратимыми, при том, что вот отдых будет полноценный, там, удлиненный отпуск и так далее, нужно, чтобы они перерабатывали не более 12 тонн при ручной работе. Если, скажем, это сахар-сырец доставали из вагона и на поддон клали, а дальше на поддон краном уже поднимали. Какой период? А? Период. Ну вот на поддон, который рядом. Вот они с вагона достают и сразу на поддон ставят. За день, за рабочий день. Да, вот у них такой крючок и рукой, и вот так ставят. Сейчас считается, что как бы ручной работы нет, но она продолжается на самом деле. Потому что вот если приезжали американские окорочка, вот представьте себе огромный корабль, и вы находитесь в трюме, там 5 этажей высотой, и 30-килограммовые коробки с замороженными этими ножками буша. Значит, задача докера очень проста. Взять коробку, положить на поддон, а потом этот поддон краном поднимут наверх, и дальше пойдет уже механизированным образом, он будет погружен там. Есть погрузчики, погрузчики отвезут этот поддон прямо в вагон. В вагоне загрузят, хотя при погрузке в вагон работает погрузчик, значит, в это время выделяются соответствующие газы, и в это время все, значит, трясется, и докеры глохнут через некоторое время в результате такой операции. Ну вот такая очень простая операция взять и положить. Итак, если вы делаете наклоны 20 раз, это полезно, правда?
хорошее. А если 2400 раз вы сделаете, то это уже не очень полезно. И вот можно вполне объективно замерить, какое количество, скажем, операций может быть полезным, а какое количество означает необратимые изменения в организме человека. Ну и есть объективные показатели, такие как шум, ну, он мерится в децибелах, так, освещенность, есть единицы измерения освещенности, да, как называется? То ли люмины, то ли ламины. Сейчас я забыл, как это называется. Есть единица освещенности, мы по физике с вами проходили. Как называется, сколько, какова освещенность. Есть единица, есть данные о том, какая вибрация. Длительная вибрация приводит к отвисанию внутренности у работников, тех, кто работает на бульдозерах, тракторах и так далее. Или виброболезнь у тех, кто работает с виброинструментом. Очень хороший, он быстро заворачивает гайки, но потом через 10-15 лет работы начинаются болезненные изменения, но ноют все эти суставы, пальцев, и это трудно излечимо. И так далее. Температура, влажность, запыленность, загазованность, электромагнитное излучение. Все это совершенно спокойно мерится. Есть для этого соответствующие приборы, они устанавливаются, и производится объективная оценка условий труда. Так было до 2013 года. С 2013 года появилась специальная оценка труда. Вот я этот пример привожу в связи с тем, что вдруг мне присылают на прошлой неделе электронную почту, что необходимо срочно явиться в 129-ю комнату и подписать, что я ознакомлен со специальной оценкой труда. Нашего труда. Ну, нас условия труда не волнуют, особенно нашего труда, по той простой причине, что я не знаю, что тут с нами может быть. Прекрасное, так сказать, освещение есть, воздух есть, мебель есть, что еще надо. То есть у нас такой проблемы, так сказать, если только я споткнусь, упаду, ну, встану и отряхнусь, ничего страшного не будет. Но, тем не менее, вот все мы подписываемся сейчас срочно, все явиться до 9 числа, 9 в понедельник. Еще занятия не было, но мы уже были тут, все подписывали, стояли. Но для работников сегодня на заводах это означает следующее. Пришел представитель работодателя, пришел представитель профсоюза, и пришел работник. Вот они вместе поговорили, этот работник тут в глубоком меньшинстве оказался. Правильно? Поскольку он 1/3 составляет присутствующих. А 2/3 поговорили и решили, что это ну, нормально у вас работа, все хорошо. И бывшие вредные условия, или особо вредные, или тяжелые, особо тяжелые, стали уже особо тяжелые, стали просто тяжелые, тяжелые стали легкими, вредные стали полезными. А, соответственно, не надо платить повышенные ставки за вредные условия труда. Не надо молоко давать на вредных работах, так, или пектиносодержащие вещества. Вот. Ну и не надо отпуск давать, так у вас было 6 дней к отпуску дополнительно. Так вы и так, можно сказать, отдыхаете на работе. Зачем вам столько давать отпуск? Он и так такой здоровый, зачем вам отпуск? Вот мне надо отпуск, я понимаю. Вот у нас сложные условия, у нас отпуск удлиненный по трудовому кодексу. Мы не обиженные преподаватели. У нас удлиненный отпуск, так и записано в Трудовом кодексе. 50 с лишним рабочих дней. Сейчас уже календарные, по-моему, 56 календарных. А у всех остальных 30. Из этого можно обратным ходом сделать вывод, что у нас самый тяжелый труд. Вот я когда на вас смотрю и вам читаю лекции, так тяжело. Ну так тяжело, прям все болит. Все болит, только вот такой отпуск может нас спасти. И некоторые так и думают, что раз нам дали такой, ну нам дали такой отпуск, потому что, ну нет, студентов, ну нас как-то надо, чтобы мы не вымерли-то за время отпуска своего. Поэтому нам платят отпускные. Но некоторые трактуют это так, что, видимо, у нас очень тяжелый труд, очень тяжелый. Хотя, если мы возьмем классическое произведение, мы с вами до классики, кстати, не дошли. Вот. Ходили, так и не дошли. Мы вас ждали, что вы придете и скажете нам, что такое классика. Вы подумайте пока, я попозже спрошу, что такое классика. Так вот, в классическом произведении Цицерона
об ораторском искусстве говорится по поводу ораторов, что говорит, вот смотрите, сколько достойных мужей молчит, а один говорит, и он требует еще, чтобы ему за это давали деньги. То есть это рассматривается, вот скажем, великими, в том числе и Марксом, который говорил, что это самоосуществление индивида, что это, так сказать, вот человек себя проявляет как человек. Ну, а деньги ему дают не потому, что ему это трудная работа, а потому что ему прожить надо. Поэтому, скажем, у Ленина в государстве революции вы не найдете зарплату чиновников, там везде это жалование. Но если вы будете какие-то государственные дела решать, мы с ним вот соберемся и пожалуем вам какую-то сумму, чтобы вы, так сказать, не болели, так сказать, жили хорошо и работали на благо общества, правильно? И вам. Мне что-то кто-то пожалует. Ну, а зарплату получают рабочие, там, крестьяне, они получают заработную плату. Как у нас заработная плата? У нас есть рабочая сила потенциально. Это способность к труду, которая всякий раз пускается в ход по производству материальных благ. Это определение рабочей силы. Ну, то есть, если нам дадут с вами лопаты и скажут, двор вскопать и засадить, мы сможем это сделать. Но никто нам такую задачу не ставит, и мы этим не занимаемся. Вы учитесь, а я занимаюсь обучением. Если вы хотите, так сказать, познакомиться с этим делением на разные виды, так сказать, философии, то, по-моему, с точки зрения усвоения лучше всего сделано в работе Ленина «Материализм и эмпирикритицизм». Потому что там в самом начале очень кратко и ясно изложено вот это вот различие на объективный идеализм, субъективный идеализм, материализм. И это деление изложено. И дальше идет критика всех путаников, которые все время смешивают идеализм субъективный, объективный и так далее. Вот возвращаюсь я к тому примеру. Так выходит, что вот этот самый субъективный идеализм, который был в философии, он сейчас применен к тому, чтобы условия труда вот так субъективно оценивали. Что, так сказать, мне как покажется кому? Что покажется кому-то, кто здесь не работает, и кто ничего не замерял, и ничего не объективно не проверял, покажется, что это легко, хорошо и свободно, и отлично. То есть вот он, субъективный идеализм в действии. Хотя он так вот в таком чистом виде, в высушенном, как субъективный идеализм, он вряд ли где встречается. То есть если я вот, так сказать, считаю, что все хорошо, вот или нам, скажем, сейчас вот товарищ Силуанов, министр финансов, заявил, что не будет индексации, надо не делать, надо индексацию с государственным служащим. Не надо. А как вы считаете, вот сейчас идет инфляция, разве она не является сама по себе снижением жизненного уровня? Является. Что такое индексация? С точки зрения его определения, индексация – это повышение на, именно на тот уровень, на который снизилась покупательная способность населения. Насколько повысились цены? Если брать график вашего жизненного уровня, вот вы получили стипендию. У вас огромный. Сколько у нас? 1450? Не знаете, какая стипендия? Вот мне говорят, те, кто получает, 1450. Я спрашивал, сколько можно прожить-то на нее? Они говорят, ну, неделю. Ну, я говорю, ну, я прощаюсь с вами тогда, потому что у меня на этой неделе больше с вами занятий не будет. Это же додуматься такое, значит, это только с позиции субъективного идеализма можно такую стипендию. Вот по идее, с позиции объективного идеализма даже, ну, в идеале вы должны явиться в следующий раз. Значит, надо посчитать, сколько нужно вам хлеба, мяса, там, молочка, творожка, то все, посчитали. Ну, что-то одеть же надо. Ну, еще, может, к родителям сходить, там, доехать. Вот прикинули и получили. Так, собственно, и было в свое время, когда я был студентом. Когда я был студентом, можно было прожить на стипендию без родителей. Не шикарно. Ну, кто, так сказать, очень-очень хорошо учился, тот получал повышенную. Например, вот у меня была одна четверка, я получал Чебышевскую. Это было уже не 35 рублей, а 60. А кто ленинскую, то есть без одной четверки, все пятерки, тот получал 100 рублей. А у директора Кировского завода было 120 рублей. Ну, можно было так все это такое уже и думать. Вот, а сейчас, так сказать, ну, если есть у вас папа-мама, хорошо. Если нет, забудьте о высшем образовании. Я имею в виду папа-мама, которые могут вас обеспечить. И вот берем вашу стипендию.
или зарплату ваших родителей, доход ваших родителей. Что происходит с ростом цен? Реальную только зарплату. Реальная зарплата – это количество материальных благ, которые вы получаете на вот эти самые доходы. Ну, поскольку цены растут, то что происходит с реальными доходами? Они начинают падать. До чего? А что такое индексация? Возвращение на тот уровень, который был в прошлом году. Вот если год истек, вам взяли и повысили снова, опять до этого уровня. А вот этот кусочек, вам вернули его? Нет, его не вернули. То есть индексация – это постоянное изымание из кармана половины вот этого прямоугольника. Прямоугольник очень простой. Индекс цен умножить на соответствующий период. И вот эту сумму у вас, пол зарплаты, ну, половину этого вот этого прямоугольника, с вас уже сняли безвозвратно. И так каждый раз. Вот отсюда потом вот так. А сейчас, говорит, индексация будет круче. Так, вот и второй год, вот так было все время. А сейчас, говорит, времена у нас меняются, надо привыкать к товарищу Улюкаеву, говорит, к новой экономической реальности. Привыкайте, новая экономическая реальность будет такая, вот такая. А потом вас проиндексируют. И товарищ Силуанов говорит, только не надо индексировать, указывать на какую величину. На какую установит правительство, и все. А что значит установит какое правительство? Какое оно установит, такое установит. Это субъективизм. Вот оно установит вот так. И уже будет не от этой величины, а вот зубчики вот могут так пойти. Вот эти вот так. Несмотря на то, что в Трудовом кодексе Российской Федерации есть статья 134, которая называется «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». То есть в Трудовом кодексе записано, что уровень реального содержания зарплаты, то есть объем средств, которые можно на нее купить, должен только, не просто должен расти, а обеспечить должны работодатели. И в нарушение этого закона, я скажу, а вот товарищ Сулуанов решил. Это что такое? Это субъективный идеализм действий. Товарищ Рушанов, а еще нет такого постановления правительства. Вот товарищ Сулуанов предложил. Ну, предложив закон. Мы знаем, что у нас есть Дума, она может, так сказать, принять закон, потом закон этот принятый Думой не войдет в действие, пока он не попадет в Совет Федерации. В Совете Федерации будут обсуждать люди, которые не очень обременены какими-то обязанностями, но обременены хорошими доходами. Вот, в той же самой Думе был раньше доход 150 тысяч рублей на человека, а сейчас 250 тысяч рублей. Наступили тяжелые времена, сложные вопросы решаются. Поэтому надо как-то подкормить людей, это же государственные люди. И вот Совет Федерации, если он примет, то идет она подпись президенту, а президент обязан подписать или может вернуть, наложить вето. Но если две трети депутатов Госдумы и Совета Федерации, то есть всего Федерального собрания проголосует, то он обязан будет подписать. Потом он опубликует в российской газете, и с момента публикации это будет закон. Если товарищ Силуанов хочет внести в закон, так вноси в закон. Нет, он не предлагает внести в закон, он предлагает просто принять постановление правительства и запускает это, так сказать, в обращение. Вот в сегодняшней газете российской можете это прочитать. То есть тот, кто думает, что субъективный идеализм в такой дикой форме, который существует, если его в чистом виде сформулировать, он отсутствует, да нет, он присутствует. Вот вы мне докажете, что вы плохо живете, я говорю, я считаю, вы живете хорошо. Вот я вижу, смотрю, вот на мой взгляд, по мне, так вы живете хорошо. И все. И что вы будете доказывать? А скажете, вот, будете что-то аргументировать, а если я субъективный идеалист, что у меня ваш аргумент? У меня мнение есть. А мое мнение, что вы живете хорошо. А вы болеете, так сказать, умираете, а я все равно буду доказывать, что вы живете хорошо. Потому что жизнь ваша была мучительной, зато недолгой. Вам повезло. Потом я вот умру в престарелом возрасте, а вы в молодости. Вы выиграли. Вас все запомнят молодым, а меня стариком. Я найду вам аргументы в оправдании этой концепции. Нас зачем нам учат, философов не зря же учат, чтобы они, как говорится, люди, я могу все объяснить. Вот три концепции. Если теперь взять две концепции материализма и объективного идеализма, они очень близки. Чем они близки? Вот представьте себе, значит, вот в начале стоит эта идея, да?
Потом, значит, идея порождает в конечном итоге материю. Материя развивается до человека. До человека. Человек – это кто такой? Это материя, высшая форма. Вот вы осознаете, что вы есть высшая форма развития материи, обладающей сознанием? Вы осознаете, кто вы тут? Вы думаете, так вот просто вы сидите? Высшая форма развития материи. И такая высшая форма требует еще, чтобы вам какие-то там блага давали. Вы и так уже высшая форма, без всяких благ, обладающая сознанием. Ну и вот, если вы это осознали, вот человек, ну это, так сказать, нельзя вывести человека за рамки материи, поэтому я отдельно человека не пишу, он же материален, но обладает сознанием. И вот благодаря своему сознанию он, так сказать, как говорит объективный идеализм, приходит снова к идее. Идея приходит сама к себе, круг замкнулся. А что такое материализм? Он уберет, вот он убирает это вот начало и конец. Чехов, знаете, как советовал, как писать рассказы? Вот вы написали рассказ. Ну, вы же знаете, как вот пишешь рассказ сначала, мучишься, как начать. И конец. Уже все написал, и вот все никак не закончится. Пишешь. Вы написали рассказ, уберите начало, конец, и можете печатать. Очень хороший совет. Он в том числе и хороший для курсовых работ, дипломных и так далее. Прекрасно. Мы же с вами, как культурологи, знаем, что культура – это накопленный опыт человечества. Материальный и духовный. Вот есть такой опыт у Чехова. Ну, Чехов все-таки опытный писатель, много написал. И очень хорошие вещи писал. И вроде не очень так сказать, такие крупные произведения, тоже блестящие. Так почему бы нам не взять на вооружение? Нам бы это очень подошло. Поэтому материализм, несмотря на то, что логически опровергнуть не может, идеализм. Я вам рассказываю, что есть идеализм, есть материализм. Вы, как говорится, есть две партии в философии. Вы можете встать на эту позицию или встать на эту позицию, а не то, что, так сказать, кто-то кого-то переспорит здесь. И вот уберите начало и конец, и получите материализм. Потому что и все практические работники, все научные работники, все ученые, естествоиспытатели, они все стихийные материалисты. И даже если они верующие, то они тоже при этом говорят, вот есть свобода духа, Бог, он нам не мешает все это решать, обдумывать, делать свои опыты, он нам только помогает. Слава Богу, я сделал это открытие. То они, когда они открывают, они ищут, а какие законы объективные действуют в природе, какие действуют в обществе, и они в этом смысле стихийные материалисты. То есть все естествоиспытатели, стихийные материалисты, как правило. И это при этом, так сказать, их мировоззрение, там, субъективное представление о том, что они делают, может быть при этом идеалистическим. Людей вообще абсолютно последовательных не так уж и много, которые последовательно придерживаются позиции там, идеализма или последовательно придерживаются позиции только материализма. Или я вот уже говорил про Спинозу, который эту проблему очень просто решил. Он же материя, она же и Бог. Поэтому не надо отдельно молиться на этого, на кого-то, такого-то Бога. Молитесь на эту же материю, она же и Бог. Воплощенный Бог, вот, воплощенная материя. Ну а кто такие Маркс и Энгельс по отношению к этому? Вот поскольку мы занимаемся с вами вот этой работой, которая написана была вот именно в тот период. А Маркс и Энгельс изначально были на какой позиции? Вот вы знаете, какая у них позиция была? Из трех. А? Изначально? Изначально. А что это у вас? Откуда вы взяли такое? А вы как считаете? Маркс и Энгельс материалистами были изначально? Значит, был такой кружок младогегельянцев в Германии. Вот они входили в этот кружок. Вот это вот уже сейчас мы вступаем в ту сферу, которую вы обязаны знать и отвечать согласно этому курсу. Вот это вы должны. Ну, когда вы будете готовиться, в следующий раз я вас буду уже спрашивать. По первому разделу я уже говорил Александре Сергеевне и вам тоже говорил, что в следующий раз мы начнем. Самое начало, вот Фейербах, противоположность материалистического и идеалистического воззрения. И если брать, и дойдем до раздела действительной базиса идеологии.
Если это брать в собрание сочинений, второе, том третий, это со страницы 15 до 49. Это вы должны прочитать, и вот это мы будем с вами все обсуждать. Вы будете выступать и рассказывать, а я буду вам только помогать. У нас для этого есть тут трибуна, вы ходите и выступаете. И рассказываете. Так вот, Маркс и Энгельс были гегельянцами. И очень часто встречается такое вот утверждение, что Маркс перевернул, так сказать, диалектику Гегеля. Это с одной стороны. И это, как, это правильно. Действительно, была диалектика, как бы стояла на голове, а после Маркса она стоит уже не на голове, а на ногах, на земле, на материи. Но можно и по-другому сказать. Поскольку Маркс и Энгельс были младогегельянцами, то есть изначально были объективными идеалистами, да? А потом, после того, как они прочитали Фейербаха «Сущность христианства», они перевернулись и стали материалистами философии. Поэтому можно сказать и по-другому, что Маркс и Энгельс сначала стояли на голове в своей молодости, а потом, после ознакомления с произведением Фейербаха, они стали материалистами. Более того, они не просто стали материалистами, они дальше развили материализм Фейербаха. И вот не случайно вот этому произведению, которое мы с вами изучаем, которое называется «Немецкая идеология», предшествует маленькое-маленькое произведение Маркса, которое называется «Тезисы о Фейербахе». И вот эти тезисы о Фейербахе демонстрируют отличие всей дальнейшей философии Маркса и Энгельса от философии Фейербаха в рамках материализма уже, поскольку Фейербах – материалист, и Маркс и Энгельс стали материалистами, но они, став материалистами, не выбросили гегельянство, не выплеснули его, а они материалистически истолковали диалектику Гегеля. Вот что интересно, есть у Ленина конспект науки, логики Гегеля. Это 29-й том, полное собрание сочинений. И там вот вы можете такие видеть замечания, например, что вот начало у Гегеля – это бытие, звучит вполне материалистически. Науки и логики. Не всей философской системы, а вот науки и логики – начало бытие. И книга так называется первая – «Бытие». С чего начинает он? С бытия, не с сознания. Не с идеей, а идея, где он появляется в третьем томе. Абсолютная идея, как единство теоретической и практической идеи. Теоретическая идея – это идея отражения мира, а практическая – это идея преобразования мира в соответствии с познанным уже. Поэтому это вот сама конструкция, которая есть, логическая конструкция, которая есть в науке о логике Гегеля, она больше похоже на материалистическую, чем на идеалистическую. Хотя там Гегель в примечаниях и прибавлениях говорит о Боге, о доказательствах бытия Божьего и так далее. Но сама по себе она, так сказать, допускает вполне материалистическое истолкование. Поэтому вопрос стоит не о том, чтобы ее отбросить, эту диалектику Гегеля, а ее просто нужно материалистически истолковать. И вот есть такое произведение у Ленина, которое считается завещанием философским. В свое время было как-то отмечено, что вообще само отношение Ленина или соотношение Ленина с партией было не таким, чтобы он мог делать партии завещание. Вот, то есть это так просто фигурально выражаясь. То есть вот, так сказать, то, так сказать, что, так сказать, завещал Ленин вообще молодежи, так сказать, следующим поколениям в области философии. Он говорит, что мы должны стать кружком любителей гегельской диалектики. Это было написано в работе
о значении воинствующего материализма в первом номере, как предисловие к первому номеру журнала «Под знаменем марксизма». Новый журнал был, начал издаваться, посвященный диалектике. И вот там Ленин пишет, что мы должны материалистически истолковывать Гегеля, опираясь на опыт истории, в том числе истории науки, техники и общества в том числе. То есть весьма, так сказать, это культурологически звучит, так сказать, опираясь на всю историю, материалистически истолковывать. То есть не выплескивать, не выбрасывать, так сказать, Гегеля и не придумывать новую диалектику, а просто ее материалистически истолковывать. И, скажем, никакой другой в этом смысле диалектики, в смысле изложения, в смысле категорий, которые бы заменили эти категории и прямо стали использоваться вместо них. Вот то, что появились новые категории еще дополнительно, это да. А что касается категории самой диалектики, то они просто требуют другого истолкования, истолкования материалистического, если человек стоит на материалистической точке зрения. Поэтому вот Маркс и Энгельс выступили вот с этой работой «Немецкая идеология» тогда, когда они осознали, что надо а. стоять на позиции материалистической и б. при этом оставаться диалектиками. То есть быть, ну а если быть материалистом и оставаться на диалектических позициях, это означает встать на позицию диалектического материализма. Вот в связи с этим интересный получается дальнейший шаг. В этой же работе, в работе «Немецкой идеологии», которую мы будем с вами рассматривать, и нам с этой точки зрения на нее надо и посмотреть, Маркс и Энгельс пытаются применить этот материализм, то есть диалектический материализм, или материализм вот в такой форме, в форме диалектического материализма, к истории. Более того, они высказывают там такую мысль, вы найдете в самом начале, что мы знаем только одну науку, науку истории. Историков там это вот рядом с лекторием висит. Это высказывание. Это довольно интересное высказывание, потому что мы знаем очень много наук, и такая, и философия, и культурология, и конфликтология, и химия, и физика. На самом деле все науки – это людские науки, человеческие. А раз они людские науки, человеческие, то все они науки о человеке, то есть об обществе и условиях его жизни, материальных условиях его жизни. Что изучает, скажем, естественные науки, правильно? Астрономия изучает, какие нас планеты окружают, звезды. Химия изучает, как устроены те вещества, из которых состоят условия нашей жизни, и мы сами. Некоторые деятели, которые этого не понимают, начинают говорить, что у нас вот мы, человек – это биосоциальное существо. Вам нравится такое высказывание? Вот вы биосоциальное существо? Как к вам относиться? Да вы задумались. А вы? Как ответить? Вы биосоциальное? Скорее всего. Скорее всего. Он дипломат, он знает, что это лучше на всякий случай сказать «скорее всего», потому что, может быть, отступать надо будет. То есть вы понимаете, что вы биологический организм. Вообще биологически у нас всего два есть. Животное и растение. Вы животное или растение? Животное. Животное. Так, хорошо. Животное. А химические процессы у вас не проходят в организме? Проходят. После завтрака? Наверное, вещества эти, вот, которые переходят к вам в кровь, да, и потом усваиваются клеткой. Тогда вы не согласитесь себя называть химико биосоциальным существом? На этом основании. А? Раз уж вы встали на эту дорогу, давайте по ней пойдем дальше. А вы рукой не машете, вот сейчас вы не дергаете ничего пальцами. А это не механика? А вот согласитесь, что вы механико, химико, био, социальное вещество. Почти любую руку можно, естественно. А вот энцефалограмму могут ведь сделать вам. Там знаете, что есть электрические сигналы там вот могу. Физико, механико, химико. Биосоциальное существо Тарасов Владислав Вячеславович. Как смотрится? Это как ваш этот... И такой Руси, да?
и белая, и червоная, и так далее, Руси, император. Значит, товарищи, которые вот пишут, а такого, это, наверное, слышали, в науке очень много этого всегда. Человек – это биосоциальное существо, пишут и пишут. Ну, вы же знаете почему, потому что не задумываются. Вот у нас весь курс посвящен тому, чтобы задуматься над тем, что говоришь. Или даже так можно его юмористически выразить, когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Как у нас, говорит, эпоха гласности, можно говорить все, что угодно, но ты думаешь, что ты говоришь-то. Может, если ты подумаешь, а другой говорит, как же я буду задумываться над тем, что я еще не сказал. Вот когда я скажу, вот я уже рассмотрю, что я сказал, тогда и задумаюсь. Если такие люди, они быстрее говорят, чем думают. Иногда вот нас учат делать паузу, опытных людей, паузу. То, что ты сделаешь паузу, только хотел сказать что-то вам, подумал и уже не сказал. Потому что есть такие вещи, лучше не говорить. Вот почему, скажем, одно дело люди, так сказать, которые только читают, зачитывают, другое дело люди, которые привыкли, там, скажем, лекции читать и другие, потому что они должны учиться и на своих собственных лекциях, потому что нет таких аудиторий, которые были бы точно такие, как предыдущие. Правильно? Мы с вами ведь не встречались до этого, и с вами не встречались, правда? Поэтому, если я приспособлю свою лекцию к тем, кто раньше читал, то это будет лекция под фанеру, тогда это, тем более у нас вот записывается, сейчас идите, смотрите запись, да и все. Нет проблем. Поэтому это же матрешка. Есть более высокие формы материи, а есть более низкие формы материи, формы организации материи. Самая высокая – социальная, потом биологическая. Ну, вы же сами сказали, что вы животное. Потом химическая, физическая, механическая и физическая, и все. То есть там ясно, что у вас есть и атомы, и молекулы. И я думаю, что вы понимаете, что температура вашего тела – это температура движения молекул. Скорость движения молекул. Ничего другого. Показатель скорости движения молекул. Поэтому если кто-то видит матрешку, вместо того, чтобы сказать матрешка, он начинает говорить, матрешка, это вот смотрите, это вот это большая, а земле еще меньше, еще меньше, еще меньше. И так про всех. В прошлом году был съезд Петровской академии наук, я там состою действительным членом, и вот мы пришли на Крестовском острове, там матрешку продавали. Открываешь сверху, значит, Путин, открываешь, там Ельцин, открываешь, там Брежнев, открываешь, там Сталин, открываешь, и там маленький такой Ленин. Ну, так это тоже можно сказать, Путин это и все эти самые перечислить предшествующих руководителей государства. Но все, кто владеет русским языком, скажут, матрешка это, и всем понятно, что там есть. И человек это, если это высшая форма развития материи, это уже этим все сказано. Если сказано человек, я человек, неужели еще надо доказывать, что я не растение? Но если я сказал, что я человек, уж если вы человек, надо доказывать, что вы не медуза, не береза и так далее. Не надо доказывать, что вы не бревно. По-моему, так ясно, что вы не бревно. То есть зачем это нужно? Ну, к сожалению, вот так сказать, мы такие требования предъявляем, но мало кто этим требованиям отвечает. И, ну, поскольку вот здесь собрались культурологи, люди как бы, они не только исследователи культуры, но будем надеяться и носители культуры сами, правда? А раз носители культуры, они должны этим всем владеть. И нам выделено время для того, чтобы мы вот как раз это оттачивали. Чем будем заниматься? Так вот, Маркс и Энгельс применили этот свой диалектический материализм. То есть они не просто взяли у Фейербаха материализм, они взяли у Гегеля диалектику, а, так сказать, взяли ее, так сказать, как материалистическую диалектику. То есть стали ее и так истолковывать, опираясь уже на работы Фейербаха. По этому поводу есть даже анекдот, как в одном селе дед собрался на лекцию. Ну, папка спрашивает, а что за лекция? Да, что-то какая-то по философии. Ну, приходит дед с лекцией, говорит, ну, как лекция? Да, какие-то Маркс, какие-то Гегеля, зерно украв. Мабуть, судить будут, потому что все говорят, что Маркс взял ядро диалектики у Гегеля, зерно диалектики у Гегеля.
И вот, видимо, лекция была о том, что зерно, вот Маркс взял зерно у Гегеля. Ну, дед пришел к выводу, что домобудь судить будут, наверное, этого Маркса. За то, что он взял у Гегеля зерно. Ну вот, что из этого получается, если вот теперь эту материалистическую диалектику применяют к исследованию истории, что сделали Маркс и Энгельс. Вот это вот самое первое выступление, можно сказать, оно так и не, до 1935 года не опубликовано было. Опубликовано было институтом марксизма-ленинизма. Сначала на немецком, а потом на русском языке. А до этого кусочки какие-то публиковались там Маркс и Энгельс, а в целом нет. И они пробовали его опубликовать, но что-то не очень это прошло. Видимо, как всегда, пока молодые, много чего хорошего написали, никто не берется. А потом, когда уже все берут, но не очень-то и напишешь. У нас сейчас все время требуют, пишите, пишите, сдавайте, сдавайте. Говорит, вы дайте мне, дайте еще статью. А я помню, я был аспирантом, я написал 20 статей. И везде разослал, и две только опубликовал, после которых защищал кандидатскую. Больше никто не публикует. Ничего. Я поэтому всегда советую аспирантам, вы хотите защититься, напишите 20 статей. Ну, с какой вероятностью ваши опубликуют работу? Нет, если платить будете, то, конечно, со 100%. Но откуда у аспирантов деньги-то? Так вот, что будет, если материализм применить к исследованию истории? Какое получится учение? Скажите, пожалуйста. Товарищ Тарасов, материализм, если применить к исследованию истории, что получится? Какой будет метод? Исторический материализм. Логично? Логично. А если вот идеалистическую позицию, идеализм применить к исследованию истории, какой будет? Идеалистический. Да. Тогда будет исторический идеализм. Вот интересная получается у нас картина. У нас есть и такая, и такая. Вот сейчас в наше время есть и такая точка зрения. Ну, одни говорят, что мы вот пользовались историческим материализмом. Их вроде как и мало. А тех, которые пользуются идеализмом, то есть идеалистическую точку зрения применяют к истории. Их вроде бы как много. Но что-то никто из них не хочет признать, что он стоит тогда на позициях исторического идеализма. Правильно? Если я идеалист и применяю это к истории свой метод, то у меня исторический идеализм. Стесняются. А выбор-то тут невелик. Ну, солипсистам тут просто делать нечего, потому что если речь идет об истории, а я стою на точке зрения, что я, как говорится, один только, и вас вижу во сне, товарищ Тарасов, во сне вы мне снитесь. И слава Богу, что никаких мучений при этом я не испытываю. Там, вы ничего не кидайте в меня никакими, так сказать, ни гвоздями, ни кирпичами. Все хорошо у нас идет. Вы сидите и слушайте мирно, как я читаю лекцию. Но применительно к истории это, так сказать, совсем не подходящая философская концепция. А вот исторический идеализм – другое дело. В какой форме он применяется, тем не менее, субъективный идеализм сейчас? Если вы думаете, что нет, то вы глубоко ошибаетесь. Вот я присутствовал в нашем институте, повышение квалификации преподавателей, или я уже тут рассказывал, какое у нас длинное было название, нашего университета на Перле Декабристов 16, где я работал до 2008 года на кафедре философии и культурологии, была конференция по онтологии. И вот один из профессоров выступает с часовым докладом и говорит, что вот для того, чтобы вот вещь какая-то была, надо наделить ее смыслом. Если смыслом она не наделена, то ее и нет. Ну, какая-то тут резон в этом есть, правда? Бессмыслица, если зачем вам нужна эта бессмыслица? Зачем ее включать, изучать, правда? Но это не утверждается, что не надо изучать, утверждается, что ее и нету. Если смыслом не наделено, то ее нет. Вот если ваша ручка ни на каким смыслом не наделена, то ее и нет. Ну, а я сидел на этой конференции, я там не только сидел, я руководил одной из секций. Я вот так поднимаю руку, спрашиваю, а
Я правильно понял, что вот если вот это вот предметы, они никаким смыслом не наделены, то их и нет. Да? Он говорит, а, правильно. Ну, а я правильно понимаю, что это не я, не вы наделяете, а кто-то ведь наделяет там, кто-то ведь наделяет же смыслом. Кто-то ведь наделил ручку этим смыслом, чтобы она писала. Это не вы ведь наделили, чтобы она писала эту ручку. Вы же просто купили ее, признайтесь, или кого-то взяли, или вам подарили. Но не вы наделяли ее смыслом. Значит, есть кто-то, кто наделяет смыслом. Ну, тот говорит, ну да, я говорю, ну, трансцендентный, скажем так. Есть такой способ. Сейчас не скажет же Бог, сейчас уже неприлично сказать Бог. Ну, трансцендентное. Есть три уровня бытия. Триады бытия. Человек, материя, человек и трансцендентный. Понятно. Ну, значит, так я правильно понял, что если она не наделена смыслом, эта вещь, то ее и нет. Он говорит, да, правильно. Ну, так ее нет тогда. А раз ее нет, нечего и наделять. Он говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? А я говорю, а умище-то куда я могу дать дети? Ну, если нет, если не наделена смыслом, то ее нет, а если ее нет, то нечего и наделять смыслом, правильно? То есть начинается разговор-то с того, что она есть, а потом, значит, говорится, что она есть, потому что наделена. Ну, так если бы она не была наделена, то ее нет, так нечего и наделять. Но я, это не в пример того, что это очень здорово, здорово, логически, но вот сидели, слушали час люди. Ну, все засмеялись, и на этом, так сказать, это финал доклада. Ну, это же точка зрения вот какого? Какого идеализма? Объективного? Объективного идеализма. Поэтому сейчас объективных идеалистов очень много, но они стесняются сказать, что они вот исторические идеалисты, применительно к истории. А что касается исторических материалистов, их совсем мало, потому что не умеют применять. Потому что применять надо не фейербаховский созерцательный материализм, когда он просто созерцает мир, а диалектический. А для этого что надо сделать? А для этого надо изучить диалектику. Вы много знаете людей, которые изучили диалектику? Я тоже знаю мало. Я знаю мало, причем даже вот я когда поступал на экономический факультет в аспирантуру, а я кончил матмех, я думал, ну я иду на экономический факультет, а я уже к тому времени прочитал у Ленина, что нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы, не поняв, а не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Ну я как аспирант, так сказать, иду в аспирантуру, что же я это не понимать-то? Я Маркс это прочитал, три тома, прежде чем поступать в аспирантуру. Ну, думаю, надо прочитать. Я сел и прочитал науку логики Гегеля. Две недели я чистого времени на это затратил. Вот, в порядке подготовки. Конспект написал. Потом я пришел на экономический факультет, я оказался единственный. Ну, и здесь я хочу сказать, вот сейчас мне принесли диссертацию докторскую по диалектике Гегеля. Я буду оппонентом официальным. Со мной разговаривали, что у нас говорит, ну, мало на факультете специалистов-то по диалектике. Ну, как, возьмите диссертацию. То есть такая картина это продолжается. Она в этом смысле не сильно изменилась. Поэтому какой может быть исторический материализм у людей, которые не освоили диалектику? Ну, он как бы примитивный какой-то будет. Этот самый исторический материализм. Поэтому он не может, так сказать, быть удачным, успешным и так далее. Вот. Так вот, по поводу того, что такое, ну, нельзя понять капитала Маркса, считается, что Маркс в капитале доказал, собственно, сам принцип этого самого исторического материализма. Потому что понятие стоимости относится кто как к материальным предметам. Это сейчас считают, что вот там, если я вам рассказываю, то вы как бы прям деньги сыпятся из меня. Ну, это же деньги стоят. Мысль. Мысль же тоже вроде как сейчас считается товаром. Идея. Идея считается товаром. Но тут есть одно обстоятельство, которое не учитывает представители такой концепции. Вот если я что-то знаю и вам передал, что, у меня больше этого нету, этой идеи? Вот если у меня есть бумажка, я вам передал, то у меня ее больше нет.
А если вам передал, у вас или нет? У меня нет, у вас пока она есть. Но если я мысль передал, она что, от меня ушла? Так за что мне вы деньги собираетесь платить? Ну, радуйтесь, я радуюсь, что я теперь, не только я это знаю, и вы еще знаете. Нет, говорю, дайте деньги. А если вы бесплатно пользуетесь, вы пиратка, и вы пират. Но люди, которые, так сказать, понимают, что идеи – это не товары, они начинают, скажем, программное обеспечение свободное, Linux, все больше и больше расширяется. Наше правительство выделило деньги на это дело и вроде как заставляло государственные органы переходить на этот открытый офис. Потому что мы бешеные деньги платим не за железо за это, которое, а за те самые программы Microsoft, которые разрабатывают, как вы думаете, кто? Ну, я кончал матмех, половина вот этих наших, моих товарищей там сидит и разрабатывает в Америке эти самые программы. Поэтому, когда нам сюда их присылают, и некоторые наши, так сказать, товарищи быстро это делают без всяких этих лицензий и прочего, потому что они же это делали и могут делать, поэтому какие проблемы? Вот великий писатель Лев Толстой, он знал, чем может кончиться. И использование его произведения, если родственники будут иметь права на распространение, они подерутся, убьют друг друга, зарежут. Только из-за того, что кто больше денег должен получить за издание его произведений. Поэтому он скажет, что все мои произведения могут издаваться кем угодно, сколько угодно. И он самый издаваемый писатель. И он не так великий писатель, но еще и он широко распространенный писатель. Нет, у кого только одна мысль, конечно, вот он высказал, вот я сейчас вот сейчас запишу, эта мысль уже высказана, а другой возьмет и будет также читать лекции. Если бы она у меня мысль последняя, я бы этого не делал. То есть, если у человека последняя мысль, он ее один раз выдал, и все, теперь ему нечего сказать, то тогда, конечно, это беда. А вот человек, который, по идее, представитель науки, это ученый, он что должен делать? Нам за что должны деньги платить? За то, что мы повторяем, как попугай, то, что мы уже знаем, или за то, что мы каждый раз создаем? Ученый – это тот, который новое создает каждый раз, или который просто повторяет старое? Вот мы тут с вами обсуждали вопрос об определениях. Ясно, что ученый – это не тот, кто повторяет. В этом смысле образование сводится в известном смысле к воспроизведению. Вот вы должны как бы изобретать велосипед научиться. Хоть и говорят, зачем вы изобретаете велосипед? Да потому что если вы не будете изобретать велосипед, вы не изобретете космический корабль. Поэтому изобретать велосипед нужно обязательно. Но от нас, если мы будем изобретать велосипед, нам платить не будут. Сказать, ну интересно, эти люди, конечно, они профессора, они повторяют то, что всем известно. Мы должны идти дальше. И хотя от нас требуется, чтобы мы там давали научные работы, и без этого там, вы не можете работать в ВУЗе. Это в этом особенность, так сказать, нашего образования российского. То есть вот все то, о чем мы говорим, вот этих концепциях, идеализм, материализм, то есть это не такие запредельные вещи, которые не имеют никакого хождения или значения сегодня. И сегодня это все очень актуально. То есть вот в такой форме, в какой я сегодня излагал, в сознательной форме, то есть чтобы прямо это обозначалось, это не всегда выступает, даже чаще не выступает. И субъективный идеализм, как я вам рассказывал, там в специальной оценке условий труда SOUT, вот идите в 129-й комнату и подпишитесь, что вы согласны с SOUT. Или в, так сказать, тот же самый объективный идеализм, про который я вам рассказывал, не где-нибудь, а в нашем университете, в институте по переготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук, Республиканском учебно-научном гуманитарном институте. Вот все это имеет место, и мы это все переживаем, поэтому люди, которые занимаются культурой, а культура, как мы выяснили на первом занятии, это опыт человечества, материальный и духовный, она впитывает в себя этот опыт. И если это уже один раз было, то в общем, она еще состоит и в том, чтобы не наступать на те грабли, на которые уже наступали. Правильно? Если культурный человек, ну, ты вляпался сюда один раз, зачем же ты туда снова-то, туда идешь? Вот с этой точки зрения
я как преподаватель, чего бы хотел от слушателей, от вас как от слушателей, чтобы вы понимали значение той работы, которую мы будем довольно долго делать. Это у нас по 4 часа в неделю только таких занятий. Вот, занятие – это ваше выступление, ваш анализ. А анализ не должен сводиться к повторению, это должен быть критический анализ того, что вы прочитали. Критический анализ всегда предполагает, что вы что-то отмечаете как позитивное, с учетом уже и исторического момента, и положения нашего, да? И он должен, скажем, если вы видите что-то негативное с вашей точки зрения, значит, вы должны отметить негативное, но вы не просто должны сказать, я считаю это негативным. Вы должны доказать, что это негативное, правда? То есть то, что вы говорите, то, с чем вы выступаете, должно быть обосновано. Обосновано. Вот. При этом вы заметите, наверное, и обязательно заметите, когда будете читать, изучать, что, несмотря на то, что Гегель, конечно, идеалист, там вот, Гегель это не особенно критикует. Фейербах, он, конечно, тот самый созерцательный материалист, его тоже не особенно. Хоть и написано, что мы критикуем Фейербаха, не особенно его критикует. Критикует только за недостаточность, как бы. Вот это вы сделали хороший шаг, а второй-то шаг сделайте за недостаточность. Ну, если вы меня за это будете критиковать, я говорю, ну, а вы сделайте второй. Я сделал один шаг. Скажите мне спасибо и сделайте второй в науке. Почему я должен сделать за вас два шага? Ну, вот вы сделали шаг, спасибо вам большое. Еще. То есть наука как развивается? Никто не делает последний шаг в науке, правда? В науке всегда есть еще следующие шаги. У Ленина есть интересная мысль вот в конспекте его «Науки и логики» о том, что умный идеалист – лучше глупого материалиста. Это тоже относится к нашему произведению. То есть, если есть такие материалисты, которые не владеют диалектикой, то они ничем не лучше этих идеалистов. А есть идеалисты, которые владеют диалектикой, но они хоть могут диалектике научить. Хотя сами они не материалисты. И вообще, сказать, что вот развитие философии шло так, что вот материалисты развивали только позитивную линию, а идеалисты только реакционную, никак нельзя. Вот эти споры между философами, они угасают в культуре, правда? Мы уже имеем готовый результат. А в культуре угасают и политические споры, и этот хороший, и тот хороший, этот внес. Они были противниками, да? Они между собой спорили. И у нас происходит в наше время споры. Хочу под занавес вам рассказать такой спор, который был между двумя эстетиками, поскольку это относится к культуре. Вот известны такие эстетики, как Каган и Лившиц. Каган у нас преподавал. Более того, мы с ним вместе на кафедре находились, только я был на полной ставке в УПК, а он у нас был на полставки. Моисей Самуилович. А Лившиц тоже эстетик, и он очень много имел выступлений, в том числе в журнале «Коммунист». Блестящий такой знаток диалектики, очень хороший. И вот они ввязались между собой в такой очень сильный спор. Каган критиковал Лившица за его подход, а у него вполне был диалектический, а Лившиц критиковал за системный подход в эстетике Кагана. Системный подход, дескать, все это системы, должны все, надо все это брать только все эти категории, системы, элементы и структуры и так далее. И эта критика была настолько острой, что в один прекрасный день товарищ Лившиц умер. А товарищ Каган продолжал существовать. И вдруг выходит произведение Лившица, называется «В мире эстетики». Такое большое. И в нем рассказывается, что вот были ученые. Ученые поехали туда, где живут дикие обезьяны. Куда не ступала нога человека. И увидели, что там вот такая картина. Есть, так сказать, это группа обезьян, и один из них самец. Все его оттесняют, отталкивают и к еде не подпускают. И он грустный, и несчастный, худой. И они там прожили, как водится, оставили кучу консервных банок после себя и уехали. И решили через год приехать. Через год приезжали, прямо противоположное. Это называется теперь мониторинг, да? Время от времени проверять, что там получилось. Сидит этот, как царь-король
монарх этот, самец. Вокруг него все вьются, все только что он, так сказать, кому чего покажет, все делают, несут. А в чем дело? Начали исследовать, а дело в том, что он после отъезда этой экспедиции собрал консервные банки, и если кто ему что-то не дает, то он так начинает этими консервными банками греметь, что все готовы ему все сделать, только бы он банками этим не гремел. И так, говорит, и Каган своими категориями системного подхода. Вот это посмертное произведение, то есть после смерти вышедшей Лившица, который продолжил дискуссию с Каганом вот так вот такой ноте. И так же, говорит Каган, своими категориями системного подхода. То есть полемика может очень острой, и по, не только по позиции материализма или идеализма, но и по методу очень большая. Очень интересно. Вот что надо иметь в виду, какую картину, так сказать, развития борьбы, философской борьбы, которая не только не прекратилась, она по-прежнему продолжается, по-прежнему эти позиции все три присутствуют, но только в том или ином замаскированном виде. Например, если мы возьмем вот эту работу Ленина «Материализм и эмпирикритицизм», там, вот я говорил, в самом начале вот в чистом виде изложены эти три концепции. А вот всякие промежуточные, которые называются империосимволизм, империоманизм, империокритицизм, когда они смешивают идеалистический подход с материалистическим. И вот критика их сводится только к тому, чтобы показать, что если вы стоите на материалистическом, ну и стойте. Тогда это вот ваше высказывание, вот это уже идеалистическое. А если вы стоите на идеалистической позиции, ну и стойте. Ну, тогда как же вот вы сходите с этой вот идеалистической позиции и перекидываетесь на позицию материалистической. То есть вот там 80% этого произведения – это просто критика тех, у кого позиция кашеобразная. Не надо сказать, что эта точка зрения, как кашеобразность, она тоже распространена и в философии, и понятно, везде, и в обществоведении, поскольку таких людей последовательных в науке тоже не очень много. Ну, как всегда, как и в поэзии. Поэтов много, а Пушкина один, там, Лермонтов, Некрасов, раз-два я общался. И художников гораздо меньше, чем тех людей, которые брали кисти и рисовали. Я, например, рисовать могу. Я даже могу за рулем сидеть. Вот сяду за руль и буду сидеть. Не, я даже один раз проехал от шалаша до разлива. Тем более было с этим. Не надо было с автоматом, так сказать. Там очень легко нажимаешься. Сидеть. Но сидеть – это одно дело. То есть вот эти все проблемы, о которых мы говорим, и которые будем рассматривать, не надо думать, что это проблемы ушедшие. Это проблемы оставшиеся. Другое дело, что их надо видеть, как они, в какой оболочке они выступают. И если я увидел кого-то в другой одежде, вот вы придете завтра, вы уже не в полосочку в рубашке, а в клеточку, так я все равно узнаю, что это вы. И все равно я уже знаю, что это значит Тарасов пришел. Если даже вы перекраситесь и станете блондинкой, то все равно мы уже знаем. У нас уже записано вашей рукой, кто вы есть. То есть все равно изменение формы, оно не всегда есть изменение содержания. Мы должны это уметь различать. В этом смысл. То есть прежде чем приниматься за такой труд, а я так понял, что вы и не принимались пока, потому что зачем же мы будем приниматься, а потом только, вдруг это не надо. То есть надо понимать значение того, что ты делаешь, потому что это нужно и для того, чтобы это удержалось в голове. Потому что, ну как в голове, если удержится, голова имеет такое замечательное свойство, выталкивать из себя все, что не надо. Все, что не надо. А вот нам это надо по той простой причине, что, как выяснилось, что мы с вами прикладные философы, и прикладываем эту философию к обществу, а и не вообще к обществу, а именно к культуре, к определенной, так сказать, сфере, да, культуры. Вот. А когда мы прикладываем к сфере культуры, то мы там выделяем классические произведения. А классические – это те, которые входят там, как говорится, в корень, в ствол вообще развития человеческих деяний. Не те, которые, так сказать, рядом. Это не те, а ответвляющие, так сказать, какие-то сучки, которые засохли и потом умерли. И никакого особенно положительного значения не имели, или имели значение как отрицательные такие движения, которые показывают, куда ходить не надо.
Классическое в этом смысле, оно неприходящее. Классическое в искусстве, в культуре – это то, что неприходящее, то, что всегда составляет основу дальнейшего. И развитие идет не рядом с классикой, и даже если от меня ко мне, от себя к себе, а оно всегда идет с включением классики в более высокую систему, правильно? В более развитую систему. То есть все, так сказать, великие композиторы, великие живописцы, великие писатели, они, конечно, освоили то, что развивалось до них, и в этом смысле они, в свою очередь, послужат основой для последующих поколений. То есть классическое – это то, что вошло навсегда в сокровищницу мировой культуры. Навсегда. Это, во-первых, а во-вторых, то, что всегда, в этом смысле оно всегда современно. Потому что оно всегда составляет основу того, что сейчас есть. Основу. Это не значит, что все сводится только... Есть основа, есть основанное. Диалектика это различает. Есть основание, есть основанное. И вот мы не можем ограничиться только основанием, то есть нельзя ограничиться там музыкой только Бахом там, или только Бетховеном, но надо понимать, что современная, так сказать, музыка и музыкальное искусство, оно пошло только тогда, может пойти дальше, когда оно включает в себя вот то богатство, которое уже было создано вот этими авторами. Это касается ораторского искусства, это вообще касается всей сферы культуры. Вот. И в данном случае мы тоже имеем дело с явлением культуры, поскольку, скажем, вот такое изменение, оно уже произошло, дальнейшее движение идет а. на почве материализма и б. на почве освоения диалектики. С материализмом дело обстоит плохо, потому что материализм не диалектический, он ничего не может особенно решить на практике. Почему? Потому что если я не знаю диалектику, я не могу... Ну да, я знаю, что материя первичная. Дальше что? Что еще вы скажете? А ничего я больше не скажу, что материя первичная. А что мне делать? А ничего я не скажу, потому что фейербаховский материализм означает, что я отражаю мир правильно. Вот я правильно вас отражаю. И вас правильно отражаю. Что я еще могу сделать? Я зеркало. Так у нас и кроме вас есть другие зеркала. Вот нам на этом же этаже можно подойти, и зеркало еще лучше отражает. Правда? Ведь я отражаю это хуже, чем то зеркало. Это с одной стороны. А с другой стороны, много, как вы совершенно справедливо заметили, а много у нас людей знают диалектику. А Энгельс писал, что единственный компендий диалектики содержится в науке логики Гегеля. Что это значит? Компендий не знаете, что такое? Как переводится? Тут я издавал свою книгу, поэтому значит, мне товарищи, которые помогали в издании, говорят, что вы там написали компендий? Мало ли что Энгельс сказал. Но компендий – это же краткое содержание, вроде как, это сборник. Не, я говорю, это не так. Спасибо моему товарищу, товарищ Казенов, он сейчас работает завкафедрой философии Торгово-экономического университета, он взял словарь латинский, там написано в латинском. Не в Википедии, в которой каждый может вписывать, что хочет. Что хочу, то и впишу. В словарь латинский так не впишешь. Там написано, что компендий. Кратчайший путь – прямая дорога. Вот я могу вас спросить, вы в изучении диалектики как пойдете кругами, спиралью? Вот, или будете как заяц петлять? Какие у вас есть планы на изучение диалектики? Или прямой дорогой, кратчайшим путем? Прямой дорогой, кратчайшим путем. Вот, собственно, советы Энгельса. Ничего такого он необыкновенного не сказал. То есть он посоветовал идти прямой дорогой, кратчайшей. Но он сказал, что кратчайший путь к этому – это изучение науки логики Гегеля. Надо сказать, что в советское время кривой дорогой очень много ходило философов, потому что решили создать какую-то новую диалектику, материалистическую диалектику, не материалистически истолкованную диалектику Гегеля и развитую до исторического материализма, а ну как бы особую. И там были пятитомные, семитомные издания, очень интересные, там много написано, много авторов. И на них рецензии положительные написаны. Единственное, в каждой рецензии было написано очень интересный труд, полезный, большой, много ученых участвовало и так далее. Единственное, там ничего нет – диалектики. А почему нет? Потому что диалектика – это же система знаний. Система, в которой есть неразвитые результаты, развернутое начало. А вот этого не было. Поэтому никуда мы от этой
идеи о том, что кратчайший путь, прямая дорога – это изучение науки логики Гегеля, мы от этого никуда не ушли. Ну, кстати, вы, наверное, знаете, что у Гегеля много работ по эстетике, да? Эстетике, несколько томов. Не читали? Ну, мы же культурологи, зачем нам читать эти гениальные произведения, да? Мы же культурологи занимаемся. Ну, это к слову, так сказать. Но уж поскольку мы заняты сейчас, я уже говорил о том, что дело тут не в Марксе, а Энгельсе, дело в том, что мы берем для анализа, как пример, некоторое классическое произведение для того, чтобы на нем научиться вообще анализировать такого рода работы. К чему я вас и призываю, и надеюсь на вашу сознательность, потому что у нас, ну, нам линеек не дают, бить студентов нельзя. Вот. Ну, зачеты вам не ставить. Ну, я понимаю, но это тоже метод. Во-первых, он апостериори. Ну, не поставлю зачет. Ну, выгонят вас. Чего хорошего? Добились-то. Ну, вас не будет здесь в университете. Чего хорошего? То есть, как-то я понимаю, что это не тот случай. Вы же сюда пришли не из-за меня. Поэтому, когда вот начинают, говорят, вот, вы там такая. Ну, неужели вы пришли ради того, чтобы кто-то вам читал тут нотации? Поэтому, тем более, на третьем курсе у вас теперь все это укоротилось. Вы что же, бакалавр? Ну вот, остался один год, поэтому надо использовать максимально те возможности, которые нам предоставлены для своего развития. Что касается преподавателей, вот я вам представлен в качестве костыля. Люди, человек, который выздоравливает, он костыли отбрасывает. Поэтому не будем переоценивать мое тут значение и роль. То есть я вам придан, пока вы это изучаете. Но вы поизучаете и пойдете самостоятельной дорогой, как когда закончите процесс своего становления, станете наличным бытием и перейдете к процессу своего развития, движения от себя к себе, от менее сложного к более сложному, от менее развитого к более развитому. Позвольте мне на этом сегодняшнее предварительное занятие закончить. Задание я вам дал. Так мы и будем, значит, идти вперед. Но я бы вас просил, чтобы у вас был задел, потому что чтобы не только вот хватило на это, вы, пожалуйста, читайте. Все знаете, где найти Маркса Энгельса. В интернете, да, найдете. Если кто-то хочет себе купить, могу сказать, указать место, где можно купить за 1000 рублей 10 томов Маркса Энгельса. Когда у кого-нибудь потребность возникнет, можете у меня спросить, я расскажу. Там весь «Капитал» есть. И это произведение, и там и положение рабочего класса в Англии, с чего началось вообще, можно сказать, становление Энгельса и потом и Маркса, потому что Энгельс научил Маркса политэкономии любить. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго.